Добрый день. У микрофона в студии Татьяна Троянская, и я с удовольствием приветствую режиссера Алексея Федорченко. Алексей, добрый день. Добрый день. режиссер, который, мне кажется, выбивается из обоймы всех режиссеров, потому что ну, принято же считать, что режиссеры снимают одно и то же кино в течение, на протяжении всей своей жизни. А вы, в общем, каждый свой новый фильм удивляете. Это сознательный выбор или как? Так получается, получается, что не хочется повт... не хочется снимать один фильм, скучно, поэтому хочется в каждом новом фильме найти какое-то новое слово в киноязыке, буковку, и мы занимаемся киноязыком. А, ну то есть поиск новых форм, новых смыслов во всем мире принято считать, что эта схема сценарная, которая везде посвящена куча книг, она зашла в тупик и буксует. Но настолько не привыкли люди видеть что-то новое, что ну, сло сложно воспринимают какие-то новые формы. Вот. А мы как-то стараемся отойти от этих схем и что-то свое придумать. Ну, а не страшно экспериментировать каждый раз? А вдруг Очень... публика, в общем, скажет: ой нет, нам такое не надо. Ну, да. Может, может и сказать, но это безумно интересно и занимательно. И также вот переход от документального кино к художественному, это тоже а, поиск. и. Это уже какой-то стиль свой, потому что я начинал как документалист и первые годы работал в объединении Надежда хроникально-документальных фильмов. И поэтому очень остро чувствую... Неправду в кино и стараюсь игровое кино снимать как документальное. Угу. Ну, сейчас вы как раз в Петербурге. Вот мы делаем запись а, во время фестиваля «Виват кино России, да, и как раз вы представляете свою новую картину, Последняя а, милая Болгария. И это художественное кино. А до этого на послании к человеку в Петербурге показывался фильм Кино Эпохи а, перемен. И это такой фильм расследования, да, документальный фирм фильм расследования, но он смотрится как на самом деле художественное кино, потому что такая захватывающая история, и возникает иногда ощущение, что это прям реально, ты думаешь, было ли это на самом деле? Да, вот э, э, игровое кино надо снимать как документальное, документальное как игровое, хотя в моих фильмах документальных нет ни слова неправды, э, они воспринимаются как, многими воспринимаются как игровое, как придуманное. И Игровые фильмы у меня построены на документальном расследовании. То есть я прежде, прежде чем запуститься, я полгода, год занимаюсь научной работой. Да, я исследую документы, роюсь в архивах, в интернете сижу там сутками. Вот. И фактически все фантастические эпизоды в этих фильмах это были на самом деле. Реальность настолько удивительна, что сложно ее переплюнуть лучше раскопать побольше удивительных реальных моментов. Ну, давайте тогда про Болгарию, про милую Болгарию поговорим. И а, в центре этой картины, в общем, судьба Зощенко, Михаила Зощенко. И фильм тоже построен как некое расследование, да? И вот вы сказали, что все, что там показано, это по сути правда. Да. Абсолютная правда. Ну, или по мотивам правды, но за основу взяты реальные факты. Ну а вообще, я, конечно, понимаю, что, возможно, у меня какая-то профессиональная деформация, когда я смотрела этот фильм, возникает ощущение, что вообще вам хотелось разобраться в том, во взаимоотношении художника и власти. Вот это действительно так? Это действительно так, эта тема меня волнует, и какую-то даже пьесу написали по этому поводу. Основываясь на второй книге царств Библии, как ни странно, но этот фильм получился, да, про отношения художника и власти, про этот фильм Анатомия меланхолии не только самого Зощенко, но и целого поколения советской интеллигенции 30-х-40-х годов. Потому что какие бы дневники я не читал, того времени. Такое ощущение, что они были написаны одним человеком, потому что э, более-менее одно образование у всех, уровень образования и состояние души. И я совершенно не... переходил из дневников Зощенко в дневники Эйзенштейна, там э, э, еще нескольких композиторов, писателей, и все они были написаны в одном состоянии, так скажем. И этот фильм стал неожиданно актуальным, потому что это состояние вдруг стало состоянием нашего поколения. Угу. Ну вот вы говорите, что, в общем, дневники похожие. Мне кажется, вот сейчас как раз у нас как-то все расслоилось, и некоторые художники они, в общем, занимают абсолютно другую позицию и, в общем, не, фликли, не рефлексируют на тему как, происходящего. Как ты там было, да, конечно, угу, да. Ну, угу. а не возникает ли у вас ощущение, а, что, в общем, ну как власть измельчала, как говорят, да, потому что если там тот же Сталин, да, которого часто сейчас вспоминают, да, у него были какие-то великие идеи а, по переустройству мира и страны в частности. А если говорить о нынешних правитель, правителях, то, ну, в общем, ими часто движут какие-то более мелкие истории. Ну, вот. Есть у вас такое ощущение? Ну, да, мы, мы пока не знаем, чем движет... чем движут сегодняшние поступки сегодняшней власти, Нельзя определить Ну, Это смотрите, просто, просто прошлая власть, она была аскетичная Ну, в смысле, в плане а, бытового какого-то проживания А нынешняя власть, а, в общем, как-то ориентирована на материальные ценности Ну, как, когда тебе принадлежит страна, я думаю, что не будешь себе ставить э, золотые, золотые унитазы да, когда типа, все, все, каждый человек это твоя собственность. Ну некоторым вот и хочется все-таки и золотые унитазы и страну. Я имею в виду про Сталина. Ага, да, да, да. да. Вот. А да. сейчас, поскольку, ну это такой Огромной глобальной идеи действительно нет, да, как как была мировая революция, то люди буксуют на своей власти. То есть с, с целью власти становится сама власть. Это скучно, неинтересно. И быстро кончится. Ну, быстро все говорят, быстро кончится, а вопрос. Быстро кончится с точки зрения истории. А, с точки с... зрения истории. Хочется поприсутствовать при этом. Ну, вопрос да конечно по, конечно время в историческом контексте оно немножко по-другому да, да. воспринимается ну вот тоже про художников а, давайте поговорим а, я просто я не знаю вы видели вы фильм Девитаев или нет Пикмамбетова нет ну это такой хороший коммерческий блокбастер и, и там а, история летчика да который угнал а, самолет и вся эта история очень классно продемонстрирована, ну, Бекомбетов. Правда, умеет снимать боевики, но а, вопрос там, а, что с Девятаевым было после войны, с Девятаевым было после войны, он, в общем, просто в нескольких а, там, словах объяснено, что 12 лет его вызывали на допросы, вот. но ну, а потом вызвали и вручили орден. Ну, вроде бы Бекмамбетов не обманул, действительно, там, но вопрос, что там было на самом деле, а, в общем, никакого объяснения нет. А, и я задала Виталию Манскому режиссеру вопрос, и он мне сказал такую вещь, что он сказал, ну, Бигмобета, в принципе, ну, такой режиссер, он никогда, в общем, не был, ну... Он, он, ему интересно снимать вот блокбастер он никогда не задумывался о таких аспектах поэтому это его право но есть в россии художники которые как раз рефлексируют на эту тему да? там борис хлебников там, мещанинова ну еще там несколько фамилий назвал и вот что им в этой ситуации делать вот это вот вопрос вот вообще как художнику действовать в как жить художнику вот в нынешней ситуации? Есть у вас ответ на этот вопрос? Заниматься, заниматься своим делом. Пока это возможно. Или уходить из этого дела. То есть каждый, а вот... каждый. Или идти зарабатывать деньги. Что тоже, если ну, это не совсем, не совсем да. подлое дело, то это и нормально. Кино же у нас совершенно два разных вида кинематографа. Кинематограф, как бизнес э, и развлечения и кинематограф как искусство это совершенно разные направления деятельности и не факт что если мне дадут там миллиард я сниму там какой-то блокбастер да, потому что это надо уметь и э, надо по другому думать вот и также и наоборот другая профессия uh -huh. вот и и каждый выбирает свой путь То есть, или ты зарабатываешь деньги и Идешь на какие-то компромиссы? Или не идешь на компромиссы и не работаешь? Или, вот как мне пока удается, и не идешь на компромиссы и работаешь? Ну, а вы вообще просите у Министерства культуры деньги? как Какие-то взаимоотношения у вас с Минкультом? У меня Минкульт... хорошие взаимоотношения угу. с Минкультом. Почти на все фильмы, за исключением двух, которые были финансированы продюсерами полностью, я получал в Минкульте. Ну, большую часть 70%. Угу. Более того, мне в этом году на, на завершение последней милой Болгарии область помогла губернатор. Это и, и Свердлов... Свердловская, да. Свердловская область у вас? Свердловская область. Да. Свердловская область, да. Угу. Ну, то есть у вас взаимоотношения с государством нормальные? С, с, с людьми нормальные, с государством так, мы друг друга не трогаем. Понятно. Ну, тогда перейдем к кино эпохи перемен. Вот это действительно прям такое супер расследование. А вообще, какие последствия были, вот когда увидели эту картину в Екатеринбурге? Для Екатеринбурга это очень горячая тема, потому что 20 лет киностудия находится в таком непонятном состоянии. Она и существует, и вроде с виду в неплохом состоянии, но кино там не производилось. И слишком долго ситуация затянулась. А мне хотелось рассказать о событиях, в которых я участвовал. Да, это, это 90... Вы расскажите, кем вы работали на студии. То есть вы человек, который собственно изнутри всю ситуацию наблюдал. Да, у меня экономическое образование, и я 10 лет работал экономистом и замдиректора по экономике на Свердловской киностудии. Вот это как раз с 90-го по 2000 год. И самый кризис киностудии и, и вывод из кризиса вот попал на директора Негашева, и я его заместитель. И кроме меня эту историю бы никто не рассказал, потому что так как ее знаю я, никто и не знает. Мне захотелось снять такой фильм с точки зрения вот, главного бухгалтера, да, с точки зрения экономиста кино. И получилось такое расследование. Когда я придумал этот фильм, в 2000 году это было еще очень остро и э, очень страшно потому что события это страшные происходили и мы ходили То есть это разборки вот это вот разборки все, да. смерти да и мы мы ходили просто под под э, под стволами было опасно там можно было умереть каждый день вот и тогда мне казалось что это был должен быть такой боевик очень жесткий драма а вот прошло сколько 20 лет и и взгляд изменился, и возраст изменился, и мы снимали уже такую добрую, но грустную, она... грустную комедию. Ну, это правда. но это, это такое, прям немножко балабанов, даже получается. То есть, такие и разборки, с одной стороны, и смешно, и страшно. Ну, потому что если представить, что это было на самом деле, правда, ну, уже давно относительно. Ну, да, не так и давно. Жанр я назвал комедия реквием. И вот мне очень понравился, я сейчас. Второй фильм снял в этом, в этом стиле документальный э, о Шукшине, как ни странно. Называется «Монета, монета страны Малави. И вот задумал третий фильм в этом же стиле делать. А герой третьего фильма? Герой третьего фильма ⁇ один ученый, который предвосхитил многие открытия 20 века, э, и о нем никто не знает. Вот мне захотелось раскопать его биографию и биографию не знают. И вернуть его в, в обиход в научный и в культурный. А имя этого человека Не скажу. А, понятно. Это тайна. Тогда расскажите, что вы такого раскопали в Шукшине, о чем хочется рассказать. Я так понимаю, это в общем некий новый взгляд, да? Новый взгляд, да. Этот фильм отличается, я надеюсь, от фильмов про Шукшина, которых тьма. Мне захотелось понять, какому Шукшину сегодня поклоняются на Алтае и в России, в основном на Алтае. И что от реального Шукшина осталось сейчас, что можно потрогать, почувствовать, понюхать. И как ни странно, много осталось. Вот если знаешь Шукшина творчество, то все люди, все, у которых которых я снимал и брал интервью без подготовки, то есть вот мы шли по улице, заходили во двор, и э, это были герои рассказов Шукшина, то есть каждый человек, которого мы снимали, это был герой не, не, не написанного рассказов Шукшина, это удивительно, просто вот записываешь историю и у тебя будет рассказ Шукшина, и я просто увлекся этими людьми и вот о них и делал фильм. То есть получается, что Шукшин просто писал о людях, которые рядом... Которые со соседях, конечно. Ну, это примерно вот. как чехов. Он же описывал абсолютно всех, с кем общался. То есть <laughs> и потом все mm -hmm. обижались на него. Ну, это, да, случай. и э, я, я там был на 85-летии Шукшина, и это был очень кондовый фестиваль, э, официозный. Э, и мне как раз об этом захотелось э, такой сатирический фильм снять. Я дождался 90-летия, приехал через 5 лет с таким злым настроением. А там сменился губернатор, сменились мини министр культуры. И вдруг я окунулся в такую любовь к Шукшину, искреннюю, настоящую, что у меня фильм начинается как такой злой, а заканчивается такой. То есть, получается, все <доброжелательный>. там поменялось. Поменялось, поменялось. Вот за пять лет просто кардинально поменялось. А с Федосеевой Шукшиной вы тоже общались? Или вы исключительно. Ну, исключительно... я избегал вот, вот, стандартных каких-то решений. Я снял. Калину красную, которую в театре Бабкина поставила Бабкина. Я даже Бабкина поставила Калину красную. Калину красную. Ну не знаю, кто поставил, но в ее театре такой мюзикл Калина красная. Парни в красных рубашках, в сапогах такие танцуют, интересно. Она поет какой-то шансон, Интересно. Ну это да, вот это неожиданно. Мирзликин играет Горе, и Маша Шукшина играет. Героиню, которая играла ее мама. Вот, тоже было интересно сравнить это все. Но интервью я не стал брать у них. Они, что... не... Они, С ними пар... нужно как-то утрясать всякие эти авторские истории или. Не думаю. Я, я не внедрялся в какую-то биографию, в такую специальную личной истории. А посмотрели Хермани со спектакль в Театре нации с Мироновым и нет, Чулпан нет, нет. Хаматовым. Вот там по рассказам Шукшина. Это прям такой да, знаю. бестселлер, который уже на протяжении долгого времени идет. Такой прям Шукшинские рассказы, по-моему, угу. так называется. Этот спектакль. А фильм этот уже выпущен? Нет, и я это... закончу. Я сейчас заканчиваю картину игровую. Uh -huh будут заниматься два месяца. Большие змеи у называется. Это об отношении России и Кавказа. И потом вот возьмусь заканчивать Шукшина и к осени закончу. У вас прям вообще планы-планы. А все это на базе Екатеринбургской студии? Нет, у меня своя кинокомпания. 29 февраля называется. Мы работаем сами. А что происходит вот сейчас на киностудии «Светло»? На киностудии в этом году произошли изменения, как мне сказали, Фильм благодаря в том числе, часть. да, этому фильму, потому что в Министерстве посмотрели эти события, посмотрели другим взглядом и решили сменить директора. Сейчас новый директор. Новый зам директора Евгений Григорьев, режиссер, который сейчас собирает пакет дебютных сценариев. Обещали, министр обещал запустить 2 три в этом году фильма. Надеюсь, что какое-то обновление будет серьезное. Ну, то есть пока еще там фильмы не не запускают. А только вот произошло все в, меся в течение месяца, только дела принимают сейчас директор новый. Ну вот, а, поскольку вы были а, вот на протяжении такого времени, а, в общем, на Свердловской киностудии, что происходило на Ленфильме, вам как-то известно? Потому что для нас это ну так тайна за огромным количеством печати Нет, я не знаю подробности Ленфильма, но примерно на всех киностудиях проис было происходило то тоже, то же. потому что это не только экономический кризис э начала века, это и технологический пере передел э этого бизнеса, потому что сейчас не нужны эти киностудии на самом деле, вот эти э монстры, которые были и Инфильм и Горького, и, и Свердловская киностудия, все региональные просто умерли, больше не осталось не mm -hmm. было десяток наверное еще надо сказать, что свердловская это она лучше, лучше выглядит, чем все остальные, потому что они... все эти годы за счет сдачи в аренду они были в плюсе даже. Угу. И все здания в, в, в хорошем состоянии. Вот. А Ленфильм-то в больших убытках. Не знаю, как они из них выкрутятся. Не знаю, я спокойно абсолютно отношусь к тому, что эти киностудии умерли. Просто новое время пришло, и это здание. Нет, Фильм. там просто тоже с архивами непонятно, что и множество всяких вот каких-то действительно непонятных идей. Выделяются деньги. Потом эти деньги куда-то исчезают, меняются директора Фильмов и в общем. Не знаю. Не поддерживают разговор просто не, не, не в курсе. Тайна, да. Хочу спросить про актеров. Очень много новых неожиданно лиц. Вот в актерах вы тоже любите эксперименты. Я про Зощенко сейчас, про Болгарию. Дело в том, что в Екатеринбурге очень много хороших актеров, которые не очень много снимаются, потому что далеко от Москвы и Питера. А уровень этих актеров очень высокий. Там без приукрашивания вот, европейского уровня десяток, наверное, актеров есть. И я как-то вот решил, что я буду снимать своих. Потому что, ну, кто еще будет их снимать? И я нисколечко ни не пожалел. Вот последние два фильма я снимаю своих актеров. Они прекрасные. Прекрасные. Да. И там Ягодин, и Тунин, Белов, э -э, вот Эти ребята из Каледа театра. Из драмы прекрасные. Из Тюза, из мускомедии. Просто очень хорошие актеры. Вот если было, было бы много фильмов, это были, были бы звезды. А как в картину попала наша прекрасная Алена Братчикова? Вот, единственная героиня из другого города, это прекрасная Алена Нисимова братчикова Кастинг, да, мы проводили кастинг, и она вот в, в этом образе победила, победила других актрис. Тоже замечательно, удивительная, прекрасная, волшебная она вот родила да только да, что ребеночка девочку угу. вот поздравляю еще раз очень хорошая да у нас вот она из ä, Питера и еще герой из из Ташкента угу. потому что тоже Узбеков снимают московских, в основном. Ну да, да. Уже при этом. Алексей Федорченко у нас в программе «Волшебная гора». Мы продолжим наш эфир после московских новостей и рекламы. Так, Алексей Федорченко, режиссер у нас в гостях. А что с прокатом «Болгарии»? С прокатом пока не скажу, не знаю. Продюсеры придумывают какой-то схему потому что каждый такой фильм нужно нужно придумать свой вид проката необычный это безусловно не настолько массовый фильм чтобы что он пошел во всех кинотеатрах но э, свою нишу он должен занять в э, кинопрокате и вот сейчас как раз придумывают как это сделать точнее. Вот вы, когда снимаете кино, ну, вот часто художник, ну, художник в глобальном смысле этого слова, говорит, все, картина вышла, и дальше это зеркало. Каждый зритель, в общем, видит в ней что-то свое. А есть режиссеры, которые говорят, нет, меня не так поняли. А я, в общем, хотел, чтобы вы поняли из моего фильма то-то и то-то и то-то. Вот вы, вам очень важно, чтобы ваш месседж четко сформулированный в голове или нечетко сформулированный в голове, дошел до зрителя? Ну, хотелось бы, конечно, хотелось, но там столько заложено всяких смыслов, и мы закладывали туда не, не одно высказывание, а э, там же... Полиэкраны там можно. Да, да. А вот почему вы полиэкраны в общем? Ну стали... вот они сами, сами так родились. Это не... мы, когда я режиссерский даже писал, не было полиэкранов, а начали снимать, понадобилась вот эта многовариантность состояния. Потому что следователь, тот, кто ведет расследование, он же залезает в голову другого человека, и он неоднозначно видит то, что происходило. И мы когда снимали полиэкраны, это не не было два три камеры, да? Мы отдельно снимали каждый дубль, и они отличаются друг от друга, да? И за счет вот это вот параллельности действий вот этих несовпадения возникает странное состояние, и вот это вот состояние расследования психоаналитический детектив он усиливается. А, но вот в фильме вы уже упоминали, да, у вас есть Эйзенштейн, он такой экспрессивный, и а, Зощенко а, о, Курочкин, да, ну это его псевдоним, и он такой скорее. Как господи, ну как, 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 как у э, Висконди, белый рыжий клоун, да. Вы, вы их так распределили. Белый, рыжий клоун, да, совершенно точно. А почему вот, вот, <coughs> вот, вот, вот так? Потому что так и было. Эзенштейн, он. он в фильме не Зенштейн, да, он режиссер. Да, не, да, да. Ну просто Эзенштейн. по прическе, по жестам, в общем. Ezenшtein с детства хотел быть клоуном. Да, он об этом много писал: он сказал, что вот моя мечта это рыжий клоун, коверный. И я просто пошел навстречу Эйзенштейну. Да, решил его в этом виде и, и показать. А Зощенко, Зощенко был Пьеро и Белый клоун. И как большинство белых клоунов страдал меланхолией в жизни. Глупо было не воспользоваться этим для, для фильма. Ну, на самом деле, а, ну, у людей, которые, в общем, не знают много о а Зощенко, все-таки складывается немножко другое от него ощущение, да, те, кто исключительно знаком с его сочинением, потому что, ну, мы знаем его произведение по, там, как филиппенко читает Зощенко, я имею в виду, массовая аудитория или там, Массовая Ильинский. аудитория не знает Зощенко, вообще, да, вообще, вообще. Ладно. уже не знает. Уже вот я смотрю на зал и понимаю, что, э, что перед восходом солнца читала, два человека в этом зале тысячном, а вообще Зощенко читала, ну, 30 человек. Вот такой примерно процент. Поэтому никаких диссонансов тут не может быть. Это для зрителя это открытие. Это новый, новый какой-то герой. А вас вот это бесит, то, что приходится вот объяснять, кто такой? Я не объясняю, почему я не объясняю, рассказываю про Зощенко, как, как я его вижу. Жалко, что не знают его биографию и не знают эту книгу. Даже образованные люди. Почему-то. Мне кажется, что это одна из лучших книг на русском языке вообще написана. Вот. И, и конечно, он другой. Зощенко. Вот опять об отношении автора и власти. Да. Зоченко же искренне принял революцию. Он хотел, чтобы его признали своим. И он сознательно шел на этот новый язык. Язык масс, язык синтаксис народа. Он думал, что он... Ну и так и было. Его любили страшно. В 20-30-х -20 годах это был кумир. И его тиражи были очень серьезные. Но вот оказалось, что не так. И э, книгу «Перед восходом солнца» он писал тоже как свой вклад в борьбу с фашизмом. Он считал, что вот он э, пока, показал, как найти вот эти ключи счастья. Что каждый человек находит э, ключик, э, свой ключик борьбы со, своей, со своими психологическими проблемами, может их уничтожить и э, нормально воевать с фашизмом. Он искренне это считал, что вот mm -hmm. он сейчас победит свою меланхолию и со свежими силами в, возьмется за борьбу с фашизмом. Но власть понимала, что он другой, что он чужой, и так его и не приняла. И его подвергла обструкции, и э, он умер в нищете, лишенный средств существования. Ну да, ну у нас на самом деле же много художников, в принципе, приняли революцию искренне, абсолютно серьезно. Да, я вообще верю, что очень многие культурные деятели сейчас как-то искренне верят, ну потому что художники, мне кажется, легко доверяют всему. Знаете, вот... я, ну, многие приняли искреннюю революцию, угу. и нужно знать, нужно знать состояние в стране там в 16-17 году чтобы постараться их понять да? угу. потому что действительно было мрак мрак война и э, мракобесие и, и все хотели с этим что-то сделать вот сделали так да и ну вот мы говорим это все в питере да где э, в сердце этой революции где там блок да и как он быстро все понял да вот в его стихотворение Пушкинскому дому, да, последнее или почти последнее ну, стихотворение, одно из... да, где он говорит, что мы думали так, а случилось-то вот так, и он, и он быстро все понял, и, и просто заморил себя, заморил себе голодом, да, и многие очень быстро опомнились и э, пришли в себя, ну и... Еще в двадцатых можно было о чем-то мечтать, и когда э, страна начала развиваться. Ну в Хутемас, -э когда же возник в -э и э, это же посмотреть на идеи этих людей, мне кажется, мы жили бы в абсолютно в другом мире, и мне кажется, вот это тоже испугало, вот эта свобода, которая хлынула от э, творческих людей, мне кажется, просто власть тоже каким-то образом испугала. Ну, нет. нет не, не так. Ну, нет, конечно, революция подтолкнула на базе серебряного века, да, революция, шагну... искусство шагнуло вперед и создало единственное, то, что создало советское искусство, да, это авангард uh -huh. 20-х годов. И он уже был, ну, в 1937-м уничтожен полностью, да, уничтожен э и физически, и морально. Но эти, это, это же был рассвет реальный 27-й год, это был фантастический да. рассвет литературы, ну все всех направлений архитектуры, да? Вот, а что, о чем мы говорили, я забыл. Нет, ну, мы говорили, мы вышли, из художника и власть что многие художники приняли революцию, да, с восторгом. Я просто к тому, что вот Булгаков он же, мне кажется, он до последнего все-таки а, надеялся, что Сталин как-то вот-то как, вот, как изменится. Потому что если Ахматова уже прям вот крест на нем поставила, то у Булгакова все время были какие-то надежды. Мне кажется, до последнего. Ну, да, то обстоятельства у каждого были разные. И э, кто-то раньше столкнулся с репрессиями, и у, э, у кого-то близкие родственники или друзья были убиты, уничтожены. И они уже понимали, к чему это ведет. А кто-то надеялся до последнего. А вот сейчас художник, ведь может же действительно художник искренне верить? Ну, смотри, во что? Ну, верить в uh, правильный, например, курс uh, uh, власти существующей? Или вот сейчас мы уже в таком состоянии, что только слепой может этого не увидеть? Что в общем система пришла в упадок. Ну, я про законы, да, которые принимаются. Мы даже вот сейчас не касаемся исполнительной власти, а вот законодательная власть нашей Государственной Думы. Так нет, да? сейчас, сейчас нет исполнительной законодательной. сейчас одна власть, и судебная, и исполнительная и законодательная. Уничтожены все власти, все четыре. Люди искренне, искренне заблуждаются, отравленные телевизором. Я вчера показывал рабочий материал своего фильма. Какого? Шукшина. Uh -huh. Да, у себя там в библиотеке одной, чтобы посмотреть, как реагирует. И вдруг женщина встает и говорит: "Как вы любите, как вы любите русский народ нас и как нас не любить? Мы не... нас никому не победить. Вот, вот они на нас пусть." Гавкают, а мы вот все равно победим. И президент, вот как хорошо, что вы показали там молодого Путина. Это наш президент, и мы стареем вместе с ним. Мне так понравилась формулировка. Но кино там совершенно про другое. Они просто уже другое не видят. Они смотрят то, что. А вот вам обидно, когда вот так вот стоит, хочется как-то переубедить? Или вы понимаете? Мне не хочется перебеждать, да, это бесполезно. и Тут только время сыграет свое. Нужно делать что-то, чтобы это поменять, конечно, но... А что мы можем делать, чтобы что-то поменять? Нет, понятно, что делать. Теория малых дел, то есть делай, занимайся своим делом и делай, что должно. Ну, конечно, да. да. Я думаю, что, ну, я не считаю, что кино это малые дела, это такие дела. Нет, кино... Я-то вообще считаю, что произведение искусства — это самый крутой инструмент, потому что они а, осуществляют изменения на химическом уровне, когда человек, если там пропаганду в тебя можно просто влить, и если ты готов это а, себе загрузить, а, если ты не способен размышлять, то кино, театр, а, книги, они учат критически мыслить и, в общем, как-то не... Ну, это правда, да. Но э, наши мозги уже так устроены, что даже когда тебе впрямую говорят какие-то вещи с экрана, почему-то их не, не мозг старается не воспринимать. Не воспринимать? Да. Вот вы помните в, в последней милой Болгарии мультик, да. который из Stein, да, да. Я снимал? Да. Ну вот никто еще не написал, про что этот мультик. Да? Как-то вот его стараются не заметить. Вы можете рассказать сейчас про этот мультик? Ну это театр Маринета, который псевдоизенштейн показывает Курочкину, э, не Курочкину, а второму герою, угу. о том, как, как он видит причину гибели писателя. Это такой... Танец членов полидюро э, буквально членов полидюро вот и это мультика о репрессиях о состоянии как раз вот этих 30-х годов начала 40-х но не хотят люди это видеть видят совершенно другое вот им сказали что Эйзенштейн связан с с голубой темой вот они это как-то там стараются но это просто более видимо цепляет ну почему это? Ну почему это, это... должно быть Ну потому что ну, это какие-то я не знаю триггеры, на которые люди штампы, да, в голове некие штампы, которые, которыми люди и думают. Вот, а хочется подсказать что-то. Ну, может быть, нужно. А, мне кажется, люди привыкли, люди, которые смотрят телевизор, они привыкли к четкой, а, то есть не, что, чтобы вы не там не, не намеками и не образами, а чтобы вы напрямую им говорили. То есть готовые формулировки, они глотают готовые формулы. Ну да, да. И в общем, к сожалению. И, и в общем, в таких людях и заинтересована, мне кажется, власть потому что это же удобно. Ты просто сказал, люди просто сделали. Так ну, же, как и... Как говорит герой моего фильма, стране нужны новые люди, оптимисты с плохой памятью. Вот, да, да. И ну, мне кажется, что, в общем, чем дальше, и законы, которые принимаются, они это только усугубляют. Поэтому... Но с другой стороны, может быть, в конце концов вот мы достойны этой власти? Ну, я не знаю, мы это что мы? Ну, мы, мы мы все, ну, как бы, вот все, кто голосует, и кто не голосует, вот просто мы... Как вы относитесь, когда а, говорят, что валить нужно из этой страны? Как вы к этому относитесь? Я к этому хорошо отношусь. Если человек может устроиться там, где лучше, он должен устраиваться там, где лучше. Я себя не вижу за рубежом. Mm -hmm. Я могу уехать спокойно хоть куда. Но у меня не было таких мыслей. То есть я до конца постараюсь быть здесь. Вы верите, что может что-то так раз быстро измениться в нашей стране? В нашей стране вообще все возможно. Мы уже видели, как это делается. Когда за несколько дней, э, как, по-моему, Бунина написано, как за, за несколько дней э, лица на улицах сменились у людей. Да, были одни, потом вдруг появились другие люди, совершенно другие, да, они жили где-то э, за чертой, а тут они оказались вот на этих улицах в городе. Или 1991 год, да, когда вот сейчас смотришь хронику, где эти люди, вот с этими лицами. Да. Нет, может быть, просто лица изменились у тех людей. Они же тоже могли измениться? Ну да. да. Ну там же смотришь на них, это ангелы какие-то. Ну да, и да. Их много, их, их сотни тысяч. И, их, и любуешься ими. Их сейчас нет, не знаю, где они. Но я думаю, что все может измениться, потому что молодежь-то прекрасная. Ну да, главное, чтобы эту молодежь не сломили. Да, тоже может быть такое. Ни ничего нельзя загадывать. Все может быть в этой стране. Хорошо, тогда продолжайте снимать кино для того, чтобы, в общем, заниматься антипрограммированием людей по Спасибо. возможности. И мы тоже. Да, ну мы тоже, в общем, этим занимаемся, даем возможности во всяком случае высказываться всем сторонам. И надеемся, что те, кто нас слушает, делают собственный выбор. Потому что самое простое любую информацию, которую ты слышишь, воспринимать принимать за правду. А лучше послушать это другое в общем и сделать а, свои выводы алексей федорченко режиссер был сегодня гостем нашей студии спасибо всего доброго